Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня у нас видеообзор из магазина Fixed Price июль. Вот. У меня такой маленький мешочек, довольно легенький. В принципе, я уже очень много купила в Fixed Price. И уже ходишь так за новинками, за остатками какими-то. Вот. И давайте посмотрим. Получилось у меня на 700 рублей. Вот. Я купила такие карандаши. Хотела взять две коробки, но у нас такая только одна. И есть другим рисунком, но те я не пробовала. Я не знаю, такие же они или нет. Я не стала рисковать, не стала их брать. Вот. На них, кстати, был уже обзор. Ссылочку я оставлю, наверное, в описании. Посмотрите, они очень-очень классные карандаши. Они пишут очень мягко, четко. И вдобавок они акварельные. Очень хорошие, мне очень они понравились. Вот. Если я увижу, я куплю еще одну такую пачку. Прям вообще, я бы много таких купила, если бы они еще подешевле немножко стоили. Но, в принципе, эта цена для них нормальная. И в добавках их там 36 штук. Так. Потом купила я вот такие емкости, туристический набор. То есть, ну, в принципе, для поездок, путешествий это удобно. 77 рублей он стоил, здесь 3... Вернее, две одинаковые баночки, типа вот как для шампуня. Одна, а нет, не распрыскивается. Типа как гели для жидкости, там, вернее, для... О, Господи. Как мыло жидкое. Я думала, распрыскивает, но нет. Ну, в принципе, тоже нормально, с трубочкой. Вот, одна маленькая для крема, палочка, вот, и чтобы наливать. Короче, раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть предметов. Вот. И плюс седьмая сама сумочка, то есть они закрываются, хранятся все в одном месте. Очень удобно. Вот. Как понадобился, я его купила. В принципе, по-моему, он продается довольно давно и наверняка когда-то был за 50 рублей. Так. Также я купила вафли. В июне я уже покупала такие вафли, они очень нежные, мягкие. То есть в обыкновенном магазине они все какие-то жесткие, мне не нравятся. А эти вот очень мягкие, нежные, я покупала в путешествие. Мне прям они очень понравились. Вот скоро мы снова едем в путешествие, и я покупаю их снова. Вот у меня, кстати, там с шоколадкой. Да, с ароматом шоколада. Так, также я купила влажные салфетки. Так, 20 штук, там было еще 15 штук 18 рублей и 20 штук, по-моему, 25 рублей, что ли, 20 рублей, короче, не помню, как-то так. Вот, влажные салфеточки, их я буду проспиртовывать, их вот 3 штуки я взяла, такие вот довольно плотные, буду их проспиртовывать и тоже нам в путешествие, потому что в путешествиях я не могу начать кушать грязными руками, мне надо чистыми. А поплывем мы на теплоходе, и поскольку с каюты, пока ты дойдешь до ресторана, естественно, ты руки испачкаешь, закрыть дверь, открыть дверь, ее же не будут перед тобой открывать, правильно? Вот, где-нибудь там за перил зацепишься, забудешь, пока идешь там-сям, это, не знаю, не для меня. Мне гораздо проще влажными салфетками, проспиртованными, протереть руки, и все, и я спокойна, у меня все хорошо. Вот, на них был, как я все это делаю, отдельный ролик. Не знаю, в каком плейлисте, не помню. Тоже оставлю ссылочку в описании. Такие салфетки, кстати, я не покупала, не знаю еще какие они. Этого бренда как бы я покупала уже очень давно. В принципе, они были нормальными. Чокопай я взяла с бананом, давно на самом деле на них смотрела, они стоили где-то 55 рублей, по-моему, давно на них смотрела, думаю, надо взять надо, и что-то то сумку пол, это битком тяжелую же, то еще что-то, это я уже думаю, да, я возьму все-таки, вот, есть обыкновенная там красненькая, да, упаковка с бананом, и шоколадом еще есть. Вот шоколадом у нас не было, но в следующий раз я, наверное, возьму шоколаду. На них будет отдельный видеообзор, он выйдет отдельным роликом, мы с вами их попробуем. Так, как тут, чтобы вам было видно все.
Также я взяла две баночки для анализов. Вот, поскольку мы с Димой пойдем к педиатру завтра. И, наверное, послезавтра мы пойдем сдавать анализы. Димочке надо вот, кровь сдать. Ну, там, по стандартному, как обычно, там в конце года, в конце, когда ему исполняется, там 2 года ему исполнилось, и надо сдать анализы все. Вот, я купила, они были по 12 рублей. Честно говоря, мне кажется, лучше сейчас, пока они еще там по 12 рублей, купить сразу побольше, потому что в любом случае в будущем вы тоже пойдете покупать, чтобы потом вам не переплачивать. Вот. Хотя я не знаю, сколько стоит в Ашане, я знаю, что они там тоже есть. Можно тоже поискать. Раньше они были, по-моему, по 8 рублей, я помню. Сейчас уже 12. И последняя покупка — это кружка. Мне вдруг одной кружки стало мало. Вот, и купила я вторую. На самом деле у меня одна такая же есть, копия прям такая же какая-то вот как бочонок, она пухленькая. Так у меня там рисунок другой, у меня там какие-то мишки. Вот она мне очень-очень нравится, то есть никакая другая мне не нравится, а именно вот такого фасона мне очень нравится. Стоила она 77 рублей. А здесь у нас 370 миллилитров. Не знаю, она очень удобна. Я очень давно, долго ее ждала появления. Наконец-то она появилась. Предыдущая кружка я покупала 6 лет назад ее. Где-то 5-6 лет назад. Тоже в фикс-прайсе. Ну вот. Такое тут я прям сегодня чуть-чуть. Немножечко купила. В нашем фикс-прайсе, к сожалению, уже ничего нету. Все скупили, ничего не осталось. Видимо, завоз, наверное, у нас... среда или четверг, не помню, по-моему, у нас всегда был, не знаю, как сейчас. Вот. На сегодня это все. С вами был канал Art Mania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, смотрите меня. В августе, я надеюсь, у меня получится сходить, у меня будет побольше покупок. Я в августе смогу обойти несколько фикс-прайсов. Также напишите в комментариях, какие продукты вы бы хотели попробовать из фикс-прайса. Вот, я обязательно их куплю, обязательно сделаю отдельный на них обзор, обязательно подпишитесь, также смотрите мои другие ролики, мои влоги, как мы с сыночком гуляем, отдыхаем, наши путешествия, они еще не заканчиваются, они продолжаются, у нас еще много-много-много будет интересного, также влоги я сказала, да, сказала влоги, и много-много другое. Всем спасибо за просмотр, с вами был канал Art Mania. Подписывайтесь, ставьте лайки и всем пока-пока!